Всем доброе утро! Как часто вы задумываетесь над тем, что вы едите? Ведь, как правило, пища считается одним из основных источников энергии для человека. Сегодня мы решили узнать у наших горожан, что предпочитают есть они – фастфуд или же домашнюю пищу. Домашнюю. Нет, я кушаю фастфуд только потому, что нету времени дома готовить. К тому же я мужчина, наверное, мне не хочется долго готовить. Это основная причина. И фастфуды сейчас более дешевые, бюджетные, очень и вкусные. По крайней мере, некоторые. И разнообразие есть, поэтому можно не уставать. Но в целом я предпочитаю домашние. Пока ограничиваюсь только желанием. Ну, раньше ел, когда студентом, сейчас уже стараюсь дома кушать. Я предпочитаю домашнюю еду по одной простой причине. Знаешь, из чего приготовлено, знаешь, что приготовлено, качество еды будет соответствовать потребностям и здоровью. Домашняя еда – это есть домашняя еда. Я вообще люблю домашнее, все домашнее. Супчик, например. А из фастфуд я редко хожу, да? Домашнюю, конечно. А что из домашнего? Все национальное свое. Ну, вообще домашнюю еду. Из домашнего побольше сладкого. Нет, почему? Балуюсь. Не без греха. И супы люблю, и что-то на второе, мясо. Лучше, наверное, домашний, да, все же. Ну, фастфуд тоже можно где-то раз в месяц кушать, вот так. Я предпочитаю где-нибудь лучше зайти домашний, чем покушать. А домашний? Мне тоже так же. Домашний, да, по-любому лучше, чем на улице кушать, лучше дома покушать. Любую еду можно не приготовить. Из домашнего, лагман, не знаю, суп. Больше всего нравится салат, там, овощи. Но иногда, ну, когда соскучишься, по-любому надо. Ну, требует организм, там, фастфуды есть, там, пицца, гамбургер, чизбургер, хот-доги, шаурма. Так больше всего предпочитаю, там, салаты. Я больше фастфуд предпочитаю, я его чаще ем. Я не очень люблю салаты, поскольку овощи не так уж предпочитаю. Я больше мяса ем. Домашнее. Мы домашнее любим. Да.